Президент принял главу холдинга «Байтерек». Канат Шарлопаев доложил о поддержке предпринимателей, аграриев и сферы жилищного строительства. Итак, сколько средств было выделено холдингом? На агропромышленный комплекс 522 миллиарда, для поддержки проектов малого и среднего бизнеса 1,5 триллиона тенге, и почти столько же средств выдано на льготные ипотечные займы для обеспечения жильем населения. Президент акцентировал внимание на необходимости активного участия «Байтерека» в работе по укреплению экспортного потенциала и развитию агропромышленного комплекса страны. В 2022 году холдинг показал рекордную прибыль и обеспечил поддержку более 50 тысяч проектов малого и среднего бизнеса. С помощью ипотечных программ холдинга более 80 тысяч человек смогли улучшить свои жилищные условия. По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений для развития международного сотрудничества, для развития экономики Казахстана и особенно для поддержки малого и среднего бизнеса.